Серии нарядных платьев в салоне стильной женской одежды «Эммануэль». Здравствуйте! Вы смотрите самую сладкую погоду на ЗапТВ-24. Во вторник, 7 ноября, синоптики обещают малооблачную погоду. Ночью столбик термометра опустится до минус 9 градусов. Днем температура воздуха составит 0 и минус 1 градус. На этом у меня все. Желаю вам отличного дня и помните, погода может быть сладкой.